Давайте все резко на юго-запад, бежим вдоль дороги. Так, тихо. Арн, добегаешь до БМПшки, прикрываешь нас. Принял. Бункер, бункер, бежим. Урал, на север смотришь. Он смотрит на юго-запад. Принял. Че вы там, подошли? Бобик, мы готовы. Значит так, Арн заходит в бункер и смотрит на запад. Принял. Прикрываешь? А, пошли. Все. Идем теперь на север идем. Файлом. Бобик, там противник? Ну, там может быть противник. У нас его одного убили уже, блядь. Быстрее, вправо, вправо, вправо. Что будет, не за вами? Да, двигайся сюда к нам. Принял. Пацан, ИБГ на северо-восток зовут. Арн, добегай до очага. Уже возле него. Слушай, бог, тут за углом лестница есть. Я у тебя. Да, там тут. Скандал, прикрываешь мне руку. Все, остальные сюда перебегают. Быра, быра, пошли, пошли. У нас силы стреляют с запада, с запада. Вроде бы. Да, уходим отсюда. За мной, на восток уходим. Вперед, блядь! Что вы делаете? Вот это народу, ё-моё! Нормально, чё я вот положил? Их четверых. Иду, блядь, никого не трогаю, у меня свой... Кто у тебя свой, там тут миф, кто может тебя положить? В смысле? Ты не там. Меня давно, блядь, положили. Под заводом валяюсь, блядь, свой завалил. Залупный творожок.
покушай, падла. Блин, жалко, я не убил всех. У меня автоматическое оружие. Пулемет брать. Там наши перестреляли всех. Ты в пиве. Я что там оконфузился, что ли? Забавно. А, жесть. О, все, откинулся. А ему походу по броне попадали. Вот мне-то в броню пролетело, я еще выжил еле-еле. Но ненадолго, меня вылечили все-таки. Спасибо, Свото. Феникс, я тебя тоже вылечили, да? Ебать, сейчас баллон. Чё, пулю в живот словил, он, короче, сидишь. А, он раненый? Ну да. Походу мучается, видишь, ножками дергает. Сейчас ласты склеит, слышишь? Пока дрыгает живой. Как бы встать-то может, нет, или до того? Не знаю. Ну прикольно, что можно шапки снимать, слышишь? Ты кто тебя убил? Кто тебя убил? Меня... По-моему... Так... Твой? Боб КПЛ меня убил. Нормуль? Свой? Нет. Не, не свой. Вообще... Я в него, короче, в упор вышел. Он меня каким-то образом. Да я видел, ты в него попал. Он тебе в голову, походу. Далеко он же, в ангаре сейчас. Пчится. Смотри на нас на этом повороте, да? Всех мочканули. Ну просто видишь. Меня лично мочкнул чувак, кто выбежал за ангар... между ангарами, понимаешь? Я пытался лечь и пострелять, но нихера. Вышел своего, добил еще, блядь, мертвого уже. Что? Султанбек. А что здесь к ней покупал, Султанбек? Да я спрыгнул, там что там слезть не важно. Проверка вторая. На, скинь, ДВХ. Кстати, у меня ДВХ тоже нету. Ладно, хрен с ним. Погнали быстрее на это. На их запад. Теперь на юг поворачиваем. Почему у меня на кнопку Q высвечивается какое-то меню, блядь? Поменять просто. Так, надо значит, внимание, пулеметчик и стрелок на в этот окоп занимают резко-резко. А, на юго-западе, короче. Придется не лезть. Что, крыть? Ну и, соответственно, кройте юго-восток. Еще один человек. Сейчас сюда.
лягу вдоль стеночки, чтобы просматривать самое. Нет. Окоп, ляж, сядь, и там будешь отстреливать. Иди туда быстрее, ты вот с ним. Все остальные за мной. Ты это кто? А ты это кто? Это ты, короче, ты именно ты. Так, соответственно, двое на север, в окоп. Кандал резко, блин, на север. Вот окопчик с маскировочной сеткой. Вот он находится. Пара на позиции, держу юго-запад, юго-восток. С позиции. Ник, ты рядом со мной? Боб, что с этого северного окопа смотри? Так, внимание, контакт на востоке. Боб, по нашему, мы смещались. Понял все. Чего такой бежал он туда на восток в здание? Так, слышу голоса еще на востоке за зданием. Прикрывай туда. Дал смотри на север. Ой, на его восток. Так, где у нас раненые? Нас пока нет. Ник, оставайся с скандалом. В северном бункере? Ну да, который я показывал. Я, короче, вижу только кусок трубы на этом углу. Там появится стрельба. Боб, я смотрю на него. А по крыше кто-то лазит. Твои? Тихо-тихо, свой. По крыше лазит свой. На северо-западе, который. Северо-восток. Так, на едыны где? Все, ушел в крышу. Кто выпрыгнет? Ну, не знаю, не я. Так, на северо-востоке, ребята. Все, принимайте. Арн. Понял. Че у вас там орни? Да из-за угла выглянул туда. Все, долбите туда. Я попробую на бункер подняться. Ближе, ближе. А ты на юго-восток дал? Да, на 110. По углу. Я там никого не вижу. А скандал острелил на крыше противника. Как дан северо-востоке. На 260 дымы. От того бункера, где он лежал. Да, точно. Они дымы дают, слышь, будут проходить. Они сейчас будут выходить. Стоки на крыше, пацан, стреляет, блин. Раненый.
Пошли, проходит, проходит, проходит. Меняй магазин. Че, прошел? Бобик, убери. Пацаны, его. Пацаны, меня слышно по рации? Слышно, слышно. Слышно, ты раненый? Один прошел вроде. Да я вижу. Бубик раненый. Сзади, 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 с востока подходит. Орнита, север, восток. К нам в бункер внизу. Азимут. От вас 40 примерно. 40-50. Близко? Да вот вокруг всего этого длинного здания, где у вас есть круглого, вниз, предположим, с северной стороны. Помогите, помогите, я ранен. Найдите меня на крыше. Пацаны, пацаны, я на... Я бегу, бегу к вам, я раненый, помогите, я сейчас одного потеряю. Я бегу вот на вас. Блять, за лука за... Победа. Блин, давай на поворот типа скачем. Осталось яблони и груши. Выходили, на-на-на-на-на. Выходила на дырка туша. Выходила на дырку той. Катюша! Кто какой? Второй. Мы вроде уже уехали далеко. Ком, газин, лут, давай. Да.
я потерялся, поэтому слэп. Спешиваемся. Заняли оборону, держим. Принимай, перестроиться. А мы, кстати, недалеко ушли, нормуль. Двигаемся на юго-восток. Пошли. Боб, вы выгрузились? Да, мы двигаемся, мы чуть-чуть не доехали. По 100 не туда. Двигаемся на 140 за мной. Ускорились. Я уже вижу слева церковь, слышишь, на севере? Вижу стройку, стройка слева, блин! А там огонь! Подогнём. Продолжаем бежать! Продолжаем бежать, ребята, чего вы стали? Тут тоже живой. Все живые. Ты в курсе, что? Так. А как лечиться? Как залечиться? Передай моей жене, что я люблю ее. Про колесико покрути. Прикланился. Скажи, что я тоже ее люблю. А также я, детям. Я не смогу в бук попали. Слушай, передай детям моим, что. Так, Мерик, неподалеку от вас. Помощь да, нужна? Надо меня посмотреть, меня только что свой зацепил. Так, Боб, у нас на лошадке чуваки бегают, блядь, с повязками. Блин, Ник, нам нужна помощь. Свои, свои. В глазах темнее, блин. Прикройте, прикройте. Все, ребята, прощайтесь. Не поменяйте лифт. Басы, блин, попёрлись, мы двоих потеряли. Чисто на а, ты где, Гус? Меня кто-нибудь лечит вообще? Гус. Да, сейчас встанешь. Да-да, тебе тут... Клизмочку дайте хотя бы. Кочки в кого? Задвигать. Погодьте. О, блин, повязки какие-то надели, как надеть их? Чё, все готовы? Так, скандал по поводу зеленого дома, блядь, только что увеличил. Вставай, симулянт. Все, пошли. Вы готовы? В принципе, да. Один. Двигаемся за мной на восток. Я иду по садам. Я тоже. Двигаемся на север. Так, я нашел второй команд. Вправо, вправо уходим. Постройки, постройки, постройки. Восточно, восточно забираем. Есть дым, киньте сейчас на север.
А, дымы пошли. За мной. Догоняю его. Это свои могут быть. Да-да, там второй команд есть. Так, Бобби, подальше на север, да, продвигайтесь? Да, давай за мной дальше, не вижу. Вижу противника, третий этаж, гранат возьму 20. Третий этаж, возьму 20, ребята, противник. Сделаем порядками свои. Азиму 20, третий этаж. На личном пролете, сил, чувак. Понял, прикрывайте тылы. Противник на севере за домом. Это 200-100 метров, 100 метров. Внимание. Давай накрой ты и уйдешь от победы туда. Да не поможет твой гранат. Так, тихо, внимание. Кто рядом со мной в доме, отходим за забор. Тихо, и продвигаемся после этого на север. Бобик жив? Тихо, там сзади кто-то всех повалил. Да, пацаны. Братан, братан, не убивай, пожалуйста, ёбаный в рот. Буду лечить, не дергайся. Давай, давай. Да мы на север, да мы на юг дуги. У нас противник, что ли, твой? Да, да, да. Ни в какая форма-то? Такая же, как у нас. Очнулся, отходите. Южнее, южнее, маленько. Вижу. Help, help, help. Лечу, лечу, лечу. О, спасибо, братья. Куда отходить-то? Назад, что ли? На меня, на жечь. Запад, на запад, на запад, на запад. Да вам Карачун, Карачун вам. Уже за... Да... Всё. Спасибочки. Так, пацаны, а дом рядом, с которым мы стоим, двигались на запад. Принял. Ты живой? Крэйч, давай, сюда будешь. Вообще за мной. Блин, ники не видно, ни хрена не понятно. Голосом ориентируйтесь. Повязка. Так, здесь ты, бля. Двигаемся сейчас на восток за мной, кто рядом.
Ладно, я их так нормально там вообще врежу. Хотя ты думал, меня тебя не узнает, блин. Что за... Значит, ты меня убил, пулеметчика, да? Да, ты лежал там, походу, заборчик. Я как раз там начал поливать. Жесть, какая-то там двоих подранил. Я ранил с кем-то. Я, ладно, сам вылечился. Короче, ты так в открытую, в следующий раз не беги и рандомить, а то тут слэйр рандомщиков расстреливает. Ну, я не расстреливаю рандомщиков, но я просто сказал. Почему я тебя убили? Я передавал. Пока убегал, тебя могли добить их. Пофиг, главное шум навести. Так что, мало так убил. Да, там два человека друг за другом стояли, я их там так вот полобойму всадил. Тебя, кстати, тоже не сразу же пробили. Да, я сначала выжил. Я броника одел, да, и каску. Мою. Еще так, я тебя за своего принял так-то. Я хоть тип принял в упор. Расстрелял? Да. Наверное, принял он. Во всяком случае, не стал стрелять. Трес, она была внутри где-нибудь со стороны домов. Бывать интересно было. Тут они как хочешь могут штурмануть. Они ж у них эти грузовички. С двоих в машине положила, пока мы ехали. И с востока не могут атаковать, потому что миссия какая-то. Ну да, это да. Слышишь, Макаэля, как ты сдох? Как? В 10 метрах от респа меня свои застрелили. Хабар. Меня свои застрелили. И еще говорят, типа я рандомил, блядь, в 10 метрах от респа, и меня застрелили за это. Правильно, нихер тут рандомить. Ну. Твик, видишь? Твик, молодец. Держит зону. Держит маслёк в зону. Да. Тик сидит, я даже не вижу его. Лоу. Это баня местная, там где сейчас красный находится. И тазов, и две ванны. Он, Тик, спрятался, лоу. Это подсаживают друг друга. Или. Красавы. Ты-ты-ты-ри. А этот парень останется здесь. Где ты бегать? Тут заборов слишком много, на всех бойцов не хватит. Там вообще специально один такой проход сделали. Есть нормальный. Там слева калитка, чё они бегают-то? Такие заборы сделали, чтоб функцию сейчас... это использовал. Их сейчас ушмалять могут. На всех нах... Вон. Не увидели. Не только за ним бегут. Наши уже пытаются ее чистить. Да сбоку откройте калитку, чего вы через эти заборы прыгаете? Вообще очевидно, просто в зоне подходи да режь. Ну они одну калитку открыли, которая в забор вела. Да. Сейчас забегать нужно, и все. Не ты бы, Крэч, я бы так хорошо пострелял бы по этой зоне. Я для этого там и бегал. Сначала заметил, когда на крыше больнички сидел, вот и перебегали. По полю, да, это долбил. Не, со стороны деревни долбил по зданию.
Я успел выпустить. Не-не, я за вас был. За атаку. У Багона шанс. Сразу его и не убьют. Ты их засранец вообще. Кемпер. Кавель. Парни. Опа, ты по ноге попали. Нет, Вик. Сознание. Ну заметил оттуда, блин. Ну заметил. Хотя там видно. Хотя там видно. Руки, ты меня слышишь? Нет, не слышу. Нет, не слышу. Речь, ты не видел, кто стрелял вот по тому трупаку, который на около забора в 10 метров лежит? Ой-ой, все. Ты плохо, плохо. Я думал, ты будешь лежать. Я выполз, куда я выполз? Ну ты около этих камешков лежал сначала, а потом ты отполз. Остался один мор. Если он четко сядет, конечно убьется. Но он нормально сидит, кстати. На лестнице самое то сидеть. Когда ранен, говоришь, тебя походу не слышно, да? По КВ? Не, просто. Слышно. Что? Значит, не знаю. А вообще вылечить можно, когда ты ранен? Ну блин! Вся фишка в лечении. Как в жизни. Может, не, конечно. Медика надо. Я сам вылечился, меня попали там. Броник был, правда. Че, качка он че убил? Да, двоих. Или троих. Да. Я нормально там. Двоих ранил. Че, рандомщик. Че, вообще мог к тем двоим вплотную подойти и расстрелять? Да ну. Форм, я все-таки не стал рисковать, форма все-таки заметно отличается цветом. Каза. Он рандомил в пределах сроки, что ли, его за рандом убили? Да. Понял. Миф вычислил его. По IP. Админскому IP. Чует его, чует масленка. Да, вот повезло ему, пиздец. Уже вот давно побежали сюда. На крыше эти пацаны. Где-то они стоят. Провалил, блин. Там Defender. Ой-ой. Ой-ой, не туда смотришь. Ой, смотри, запалил за кирпичное. Мора, блин! Зелёнок! Он еще и шмора. Шмора, вы чё? Не ну надо. Всё, его зажали, смотри, снизу бойцы. И на крыше держат его. Взорваться.
пулемета 3. Сколько можно дофига напихать? Да, ударился. Кто затарился? А МИП готов. Подгоню к выходу грузовик, в нем едем. Крыш всем нахуй. Кан готов. Медицина не надо, брат. Где медицина? У меня тоже есть. Ладно. Крышные места уже разобраны. Сходите. Давайте поторопимся. Давайте все, машину резко. Феникс внутри. Стой, Арн еще сел. Арн на борту. Голос Марту. Че палишь? И валя, не сел. Как кто не сел? Бонжур, манами командова, а в объект он типа. Кто не сел? А что мы уезжаем? Летят навстречу. Нету. Был, забыл повязку. Похоже, никто не был. Их там нет. Главное, что у нас броники есть, а у них нет. Так, может, смотри, просто. Брал, как бы некогда.
Лучше или нет? Мары по затылок покушают. Долго? Поехали. Да. Приехали? Расчехляемся. На куда смотреть? На юг. Значит, внимание, расчехляемся, идем в линию на юг, удивляемся. Все, вперед пошли. На 160 я повернули и идем вдоль дороги. Все на шоп, отлично, переговоров не делаем. Вперед, вперед, идем. Бобик, далеко до встречи противника? Километр, хотя может быть и ближе. Не кучкуемся, товарищи. Чтобы не башить. Молния.
Подходим к дороге, собираемся за дорогой. Собираемся за дорогу. Дерем, все равно на мы собрались. Ищем длинную. Стараемся двигаться равномерно. Потом сейчас перебегает дорогу, смещайтесь восточнее. Остальные пока не двигаются. Восточнее смещаемся. Так, седьмые смещаются восточнее? Да все смещаются, кто сейчас дорогу перебежал, смещайтесь восточнее. Восточнее смещаюсь. Сколько метров примерно? А меня, двигайтесь вдоль дороги, не углубляясь в лес, не встретитесь ли вы. Боб, ты... ой, Арн, ты ушел, ты там уже сделал. Нет. Возвращаюсь. Ник, ник какой у тебя? Чё, кто там? Долго будешь видеть? Тут пара поциков на юго-восток уже идут. Я с ними. Ай, всё, ладно, двигаемся на юго-восток все. Азимут и юг ровно. Боб, это твои партизаны, которые в упор не могут ответить? Thank you.
Блин. Надо было бы тащить дальше. По раненым даже немцы не стреляют. По боевике стреляют. А он же, блядь, армия питовый же, блядь, боевик сидит, ёбаный. Или нет? Чё-то вы не дохли. Я по миву стрелял, он такой дальше сидит, продолжает лечить. Наши нубы, блин. Они хоть тебя сразу убили, нет? Да, сразу почти. Я вам дал залп. Блин, Макаверин, ну как так? Блять, я не видел нихуя. Да блин. Откуда ты атаковал нас, Крич? С севера, Макаверин вас заметил, когда вы подъехали еще с дороги. Да. Вам дали пройти, потом в тыл зашли. Точнее, попытались. Я хотел, блядь, туда сапоги ёбнуть. Ты зачем подошел? Я тебе говорил, на 160 убежали. Не расслышал. Меня кто снял? Кто-то. Которые западнее находились, сняли меня. Знаю. Бобы сейчас убивать будут. Ту ни хрена не вижу, везде лесенки эти графические. Графические. Да. Просто плохо играешь. Тем более на солнце, когда идешь, вообще ни хрена не видно. Да я так близко подходил. Утекать. Я не понимаю, что с людьми. К ним подходишь, спрашиваешь, какой твой ник к ним. Они просто не одутворяют. Все, я готов. Залечили нахрен. Наконец-то тебя убили. Тут вообще надо вести вот эту табличку, кто тебя убивает, ну. И кого ты убиваешь. Кстати, никого, никого не убил. Нет, чтобы знать, это тимкиллер, блядь. Тут вообще тимкиллер жестоко. Ой, тут прям фигфор, можно сказать, расстреливают и не сознаются. А, че сознаваться в форму видел вообще, они как бы капли. Да и не за форм дело. Ой, да ладно, да ладно, я не про эту миссию. На предыдущей миссии меня от своего же респавна от 10 метров я находился. От респауна, и меня свой же завалил. Кому говорить, только не вам. Сейчас показательно, просто старт, вы разбежались каждый в свою сторону, и все, и на автопилоте каждый. Норма. Ну мы хоть не тимкилим. О, зато вас тимкилит, а вы потом не понимаете за что. Может, разбежались на автопилоте. Нет, ну я в 10 метрах от респауна был, и меня свой же завалил. Кстати, мы еще можем спасить, наверное, если наша задача. Мип это последний? Да, последний. Ну, хорошо, что это. Лола, они там своих валят, что ли? Похоже, похоже. Феникса завалил свой же. Гус его завалил. В общем, надо практиковаться людям. Вот легкие ранения. Вот Гуздок, нет, не он. Глеб, допустим, сейчас лежит, его любой человек может вылечить бинтом и промедолом. Может же быть понадобится. Таких подранков у нас частенько никто не лечит. Ждут, пока придет медик. Можно ждать? Можно ждать. Все-таки можно и самому вылечить. Ну я только если найду раненого, только бинт ему забинтую и все дальше. Потому что больше не знаю. Можно сказать, я не знал про медовчик. Просто частенько отчаяние появляется, когда
получаешь такое легкое ранение, там гранаты бегут или еще что. И все сразу, все понятно, никто не вылечит мертв. Лечится довольно легко. Плане. Кстати, я вот не понял. Я, короче, встал. Почему промедол не надо было? Миранс, Миранс как драпает. Ой, как драпает. Да ёб твою мать! Сука, противник, блять! Ой, Миранс убили. Что бред? Нормально вообще там. Вы подбегаете, так вы посмотрим на него. Я его видел давно, знаешь, был не свой. Да вы там своих уже завалили, высочком Феникса завалили. Чё Феникс? Чё это? Тебя свой снял. Говорю, я отхожу. Нет, газ его снял. Варенца газ. Варенца газ снял. Блять, форма очень похожа, прям вообще пиздец. Именно. Повязки то, что не выдано, это паршиво. Для атаки без повязок очень тяжело. Все одиночные противники, они... Я хоть... Слушай, Я вот думаю, почему это самое... Че они у нас на встречу выдвинулись? Или мы подошли в зону уже? По противнику. А, у нас в зоне уже. Это на западе. Ник отходит. Где-то. Если меня, если меня снял, то снял. Я гус, да, снял. Ты, наверное, рандомил там в кустике, он тебя убил за это. А то тут рандомер убивает. Тоже Барлоу услышал. Слушай, обычные игры проходят там вечером, когда собираются люди играть, ну? Повторно, четвергам играем. А в обычное там каждый день ничего там? Нет, нет. Как стабильность? Играем в ВОК. Меня убили. Уже мигу. Миг на солнце, а вообще не видит, ничего не видит. Он зашел, если все равно получит, почему? А увидел? Красавчик. Красота. А тут его что, не видел, что ли? Шаг делал, бро. Лэш. Друг друга начали снять, вот ты. Шаг снял. Это свой, что ли? Это он со своим перестреливает. Пиздец. Он его убил, вроде. А нет. Флэр, флэр, флэр. Слева смотреть, это удивительно. Вот это прикол. О, здорово. Прилип, флэр, хули ты смотришь? Убил. Опять газ еще одного своего затимкили. Мик? Да, да. Или кто? А Мик он без сна лежит. Нет, Мик убили. Убили его, убили. Убили. Почему флэра не убивает? Не думаю, это не вместе за одну команду играть. Просто в ёлке стоят. Тут меня спрашивают, где враги, он такой, да я не знаю. Я сосал. Да, без повязок реально очень сложно прям. Молотать сел, что ли? Это он чё, врага под елочкой? Убил, блин! Убил, да где ты, я думал, это свой, блядь, рядом с ним лежит, там, оказывается, рядом с врагом был. Он уже давно, кстати, там в одной елочке они давно сидели. Да. Голос, у меня свой, я тоже. Все, готов. Ну вот, добрый вечер. Здравствуйте. Флэш, ты так долго у вас. Эр, вы там общались, что ли? Я спрашиваю, у нас бандани кто-нибудь есть? Он такой, я не знаю. Говорю, ну что мне звать его?
Смотрю, оружие вроде это не наше. Думаю, надо убить. Я не знаю. Божественно. Вот у кого шапок нету, то вообще очень трудно. У кого эти хоть, можно понять, что повязки на голове. Если играть эту миссию. Раз. Вот этот парень без шапки, который сейчас бежит по дороге, это вообще жесть. Вот он рюкзак скинет с броником. Куст? Все. Да. Его горка, так что не правильно. А ничего, в разные стороны расходятся. А нет. Я с пулеметом, который лежал, парень, в общем, на... По идее, тут уже... Давай, давай. Оборона выиграла вообще. Подожди, какая оборона? Вот там атака. Давайте на следующее. На три атаки. Нет, сегодня всё сейчас. Как это делать? Карта шикарная, конечно. Полтора поковыряемся. Поковыряемся. Пока противник спит, мы качаемся, да? Он, наверное, думает, ничего я там нафрагал там, ничего я там нафрагал. Сейчас хиви выйдет. Че он тут тащит? Похоже, они друг друга слышат, по крайней мере, хэви слышит его. Да не видно, что он его слышит. Да навряд ли. А, да. Вот где хэви лежит пулемет. Это какая сторона была? Нападение, оборона? Пулеметчик это был противник, оборона. Ты все правильно сделал, нормально, замочил его. Да, форма одинаковая, согласен. Ну почти, почти одинаковая. Но когда бежишь против солнца, как бы вообще... Я подошел вплотную противнику и подумал, что он вначале свой, а он начал меня пулять. Давай, давай, хиви, хиви, давай. Сейчас выйдет. Гусь, кстати, не выходил на связь, поэтому я по нему и открыл один. Я 25 раз спросил, есть. Не знаю, может, с тестом что-нибудь помню? Нет, я спрашивал и на первом, и на втором, и на третьем. Под елочку лег. Сел. Ну все, это на да, было. А не. Какое дело наш? Надолго, надолго. Сейчас уже хэви увидит. Все, все, сейчас. Походу закончится. Увидел, 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 увидел. Или нет? Нет, нет. Сейчас увидит. Не, 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 не. Он не туда, блин, смотрит. А Гусев, по-моему, увидит. Крип. Все. Увидел, вон он сидит, блядь. Да ёп! Ты промазал, ты промазал. А, граната пошла. Под себя кинул. Дымы, дымы. Оба. Дымы. А. О, попал. Попал в него. Сам... Нормуль. ГП? Позже с себя гранаты цепанул, да? Нет. Так он же дымы выкинул вроде.